Как метро отмечает свою 82-ю годовщину? Именно 15 мая 1935 года с электродепо «Северное» поехал первый поезд, прибыл на станцию «Сокольники» и направился в сторону станции «Парк». Итак, первый поезд, точнее первый вагон, который представлен, это вагон типа Г. Г был назван так, потому что он курсировал по Горьковской, ныне Замоскворецкой линии, открытой 11 сентября 1938 года. Максимальная конструктивная скорость всего лишь составляла 75 км в час. Основное отличие от А и Б отличалось тем, что они оборудованы более мощным мотором. Вот он, вагон типа Г. Диваны были все другие совершенно. Плафоны, они были еще на вагонах типа Ёж. К сожалению, они не сохранились. И поменяли уже давно на современной сиденье, на которой мы сейчас мы их видим. Окна здесь открываются буквально с полкилетки, как в трамвайной конке. Ух ты. Прикольно. Также в другом была сделана система вентиляции. Не с поршняком прям сразу, а вот в некоторых частях. Поршни. Поршни были очень как раз понадобились бы хорошо в наши дни, потому что они были очень низкими. Следующий вагон – это вагон-изменитель типа УМ-5. Раньше свою работу начал на Горьковско-Замоскворецкой, ныне Замоскворецкой линии, на участке от станции метро «Сокол» до станции «Завод имени Сталина», сейчас нынешняя автозаводская. Потом был передан в электродепо «Северное» и работал на участке «Сокольники», Центральный парк культуры и отдыха имени Горького, нынешний парк культуры. Потом он работал в электродепо «Планерное». Продолжал свою работу до конца 2000-х годов. Тогда его заменил его другой вагон-путеизмеритель. Следующий вагон, это вагон типа Д, начали строить в 1955 году после прекращения производства вагонов типа Г. Эксплуатировались до середины 90-х, а производство прекратилось значительно раньше, когда начали строить вагоны типа Е, ЕЖ и ЕМ. Этот вагон крутился на всех линиях московского метрополитена того времени. И даже крутился в метрополитенах Ленинграда, ныне Санкт-Петербург, и Киева, столица Украины. Вагон типа Д. Она тоже является как бы прототипом вагонов типа Г. Такие же плафоны, такие же системы вентиляции и поручни.
эти обои и на предыдущих вагонов типа Г и последующие это Е называют плинтуст. Так, и здесь окна тоже открываются по принципу гильотины. Естественно, сделать это не сложно. Также здесь поручни тоже являются очень низкими. Тоже хороши для высокорослых людей. Следующий вагон типа Е, их модификации ЕМ и ЕЖ. Начали выпускать с конца 50-х, начала 60-х годов заменов вагона типа Д. Проводилось некоторое время испытаний. Первый раз они поехали по Горьковской, Замоскворецкой, Дыни, Замоскворецкой линии от станции Белорусская до станции Сокол. Когда закончились испытания, выяснилось, что к концу 1962 года этих составов было очень мало, и решили их пустить в массовое производство. Эксплуатировались до 2008 года, но еще остались вагоны на Таганской Краснопресненской линии. Вагоны типов ЙОШ и ЕМ. Это их модификации. Они выпускались серийно. Вагоны типов Г и Д выпускались в незначительных экземплярах. Окна здесь построены. Здесь не по принципу гильотин, а здесь такие специальные шторочки. У нас, конечно, не получится это сделать, но окна выглядят совершенно. Следующий вагон – это контактно-аккумуляторный электровоз ВЭКа. Сделан на базе номерного 81717. Начали его строить в 60-х годах. Было выпущено всего 4 электровоза. Один для петербургского, второго для московского метрополитена, а две для тегеранского метрополитена. Завершает выставку ретро-вагонов на станции Партизанская. Это грузовой вагон. Здесь представлен автомобиль ГАЗ. Вот как раз здесь написано Горьковский автозавод. Но, в принципе, видно, что это машина снегоочиститель. Об этом грузовом вагоне ничего не рассказывается. Я так понял, что здесь было панель управления. Это, наверное, скорее всего, стояночный тормоз. Это, наверное, какой-то отпускной кран. Но если на воздухе, то это, конечно, не очень здорово. Держите за поручни. The next station is Семеновская.